Привет, друзья! Как известно, в Кадакане были разработаны многочисленные хитроумные способы расшатывания, по-японски это звучит как кудзуси, противника во время рандори, то есть учебной схватки. И вот один из вариантов я готов вам предложить. В частности, на видео вы видите, как мы делаем эти кудзуси, расшатывая противника. И в нужный момент выбираем такую позицию противника, чтобы можно было ему сделать бросок. Это одно из практических упражнений. Вот в данный момент вы видите, что мы работаем по технике асиваза. Это то есть в основном работа ногами. Учимата, подхват, тоже частенько делаем.